Летний сезон закончился, но снос самостроев в прибрежной зоне Крыма продолжается. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере соблюдения режима приморской водоохранной зоны в селе Малореченское. В ходе ее было выявлено функционирование кафе с летней площадкой в районе пляжа без надлежащих документов. По итогам проверки прокуроры внесли представление в адрес главы администрации Алушты, которое было удовлетворено, что и дало возможность снести незаконное строение. Проверяются документы, на каких основаниях возведено строение и так далее. В данном случае право устанавливающих документов предоставлено администрации не было, в связи с чем было принято решение о демонтаже.